Друзья, всем привет! Вы снова на моем канале. Меня зовут Алина. Формировала тефтели. Осталось у меня вот такое количество фарша. Здесь у меня овсяные хлопья, добавлено яйцо, добавлен соль и перец. Фарш у меня говяжий. Буду формировать с такого фарша фрикадели. Тефтели я уже солепила. Теперь буду делать фрикадельчики. Фрикадельчики у меня немножко поменьше. Такие вот они. Вот, буду готовить суп, лапшу. Можно также с картошкой, с макаронами. Вот такие вот маленькие получаются они. Очень удобно. Вытащил из морозилки. Нальем кипящей воды в кастрюлю. Отварил фрикадельки. Добавил картошечку, морковочку, лучок. Лапшичку, и наш суп готов. Варится очень быстро и получается очень вкусно. Дорогие друзья, вот такое количество фрикадели получилось у меня. Подпишитесь на мой канал, поставьте лайки, поддержите мой канал лайком. До скорых встреч в новом видео.